Империя Тамриэль рушится. Старые верные центру правители умирают. На их место приходят новые, не всегда довольные положением дел. Их недовольство не имеет смысла. В прорыве дракона даже время теряет свое значение. Имперские маги потеряли контроль. И этот провал может стоить нам очень дорого. Как будто у нас мало проблем. Посмотрим, смогут ли они сдержать потоки крови. Ведь на кону бессмертие. Бессмертие? Не только вампиры. Некоторые данные верят, что их боги не сгинули, а по-прежнему полны сил и будут сражаться. И чем все это может закончиться? Не знаю. Много вариантов. Очень много.